О, новый ресурс. Что это такое? Гринан. Это гринёк. Да, да. Угадай, какого он цвета. Так, это геймпасский. Убирайте. А что это за линии, подожди? Я вот тоже думаю. Может, там сейчас к войне крип потечёт? Я понял, что это. Что это? Подожимай на них, ты поймешь. Они нажимаются. Нажимаются. Я не могу их нажать. Anime Station это, а это бар эмиттер. Короче, оно отсюда будет перетекать вот в эту штуку, вот в эту стенку. Я же говорил, оно будет перетекать. А, тут есть завод по производству роботов. Еще один ресурс. Гринар... А, это блюит. Гринар Мазер, что это такое? Так, я приземляюсь. Куда? Давай я попробую прямо здесь. А ресурсы здесь нормально копятся, нет? Да, нормально вроде, да? Я, короче, я здесь, я на экономике сижу. Поменяемся местами? Или я умираю? Камузон здесь классный прям. А паузу отжал? А, почему на паузу взял? Потому что я ее не отжал. Ок. Это что такое? Иди с миром, путешественник? Что это такое? Я не вижу, но я очень интригован. А еще я думаю по этому поводу. Что это такое? Мне нужна твоя экономика прям, как можно быстрее. Что? Видео. Они рефайнеры какой-то добавили. Что за рефайнеры? Пойду в Вики открою. Тот случай, когда Вики это... это часть интерфейса игры, да? А, нужно, короче, гринары, чтобы собирать. Я понял. Бля, а стенка долго выдержит? Все, я подсосался. Ебаная, блядь. В смысле? Мои ресурсы, в том числе. Нет. It's mine. Mine. Крафт. Камп. Какой Майнкамп? Это книга, которую написал Гитлер. А. Читал? О чем? Нет, она вообще запрещена в России. А о чем? Она, ой, моя борьба. Это вроде полуавтобиографическая повесть, как я знаю. Я не углубляю. Блять, у меня экран дрожит, я не могу поставить. Да, а ты можешь выключить, тряску. Так, так весело. А, мне нужно присоси... А где ресурс, который заряжает... А где, реально, где? О, это что, тибери, что ли? Это реально тибери. Из него собирай, из этого ресурса делаются штуки, которые надо заряжать. Тупо тибери. А насколько нужно рефайнери близко поставить? Слушай, мне срочно нужна штука, которая заряжает щиты. Прям срочно. Подожди, я думаю. Спасите. Оно меня сожрет. Ой, ну страшное. Оно же меня не сожрет, правда? Оно же меня не сожрет? Линия обороны строй срочно. Срочно. Короче, я вот так делаю. Что это такое? Что? Сколько там уровней? Там 12 уровней! Как это дефать? А, нам, видимо, нужно использовать новый этот завод. А, скорее что-нибудь делай. Что-нибудь. Быстрее. Хм. А завод с антисептиком мне. А что он делать будет? Антикрип разливать.
Ресурс хватает? Не, я в минус ухожу. А что ты синюю штуку не производишь? А, потому что и так она будет производить. У нас есть месторождение, да? А завод где? Стоит завод? Он что, строит что-то? Или не может строить, потому что... Не, он все строит. Хотя, что-то, мы что-то еще можем делать? Где этот? Почему завод не работает? А, кстати, я не сдержу это. Мы проиграли. Я это не сдержу. ГГ. ГГ. Не, серьезно, ГГ. Что это? Там сколько уровней? 28 уже. Она мне уже в экране вылезает. А, нихрена себе волна. Ты посмотри на эту волну. Ну, ГГ. А может стену заряжать, интересно? Ну, сомневаюсь, что тут хоть что-то поможет, слушай, этой стене. Ты высоту видишь просто? Тут, наверное, нужно иметь был этот... Надо было завод уже застроить и щит построить. Ты что-то должен был сделать. Вот ты зеленую фигню не добываешь. А на вот еще это штука добывает, рефайнеры добывают. А слушай, реально этот комбайн и этот. Слушай, наверное, надо просто успеть тотем поставить. Все, бега. Че, в рестарт? Магический барьер, ресурс, выдвинутый нуклеар. А, так подожди, так можно просто нуклеарку поставить сюда. А, мы просто даже, слушай, мы должны успеть. Нам не надо защищаться. Это спидран. Настраивай, я нуклеарку строю. И нуклеарку. Здесь просто нуклеарка с этой стороны справится и все. Пойди, ну. А. Подожди, чего? Ты заряжаешь уже, да? Правда, правда? Все, да, пошел щит. А он не разрастается, да? Нет. А что дальше делать? Не знаю. Придумай что-нибудь. Что придумаю? Какой-нибудь способ нам выжить. Нам не хватит этого одного щита. Ну что-то еще надо, ад. Да я не знаю, что еще можно построить. Ты почитал обучение? Нет. Может, там было что-то важное написано? Может, нужно было эту штуку захватить? Кэш? Какую? Ну вон там и данные. Может, ты просто не выживешь. У тебя кончится энергия этой штуки. Так, я переезжаю. Нульфайр же он только подавляет штуку. Ну, там написано было нульфайр вот сюда построить, к этой штуке, к кубику. Я могу построить, но проблема в том, что мне надо как-то освободить, ну, типа, какую-то огневую мощь. Мы что-то не так делаем. Нам дроны нужны. Ты дронов делаешь? У меня они не делаются, у меня просто разливается. Сейчас у тебя сейчас всего белой жижи. А, реально. Бля, откуда она разливается? Ну, из этого, из источника. Который я... пирамидка. А, почему я не могу почитать, что это такое? Я тоже не могу. Не. А, слушай, нормально, дефаемся. Вполне. А, ну слушай, белая жидкая какая-то имба. Она в соотношении 1 к скольки там? Это 15. Этот как он называется? Антигрипп. А что делать? Что дальше делать? Пить с ними. Не, подожди, как будто бы качает эта жижа. Да не должно, не может быть. Конечно, надо просто, поставить, мортиру. Да, я поставлю. Но она вряд ли сильно поможет. А, ну хотя слушай, мортира нормально так помогает. Перегиб здесь на места. А, ничего себе, слушай, ничего себе, мортира одна лупит. Ну, все нормально лупит. А, так да, сейчас мы просто с нуклеарку поставимся. Там места для двух нет? Нулифайр. Нет, у тебя одна. Жалко. Либо оружие помощнее. Я помню, тут есть самолеты. Какие-то роботы, да. Какие-то прочие дребедень. Слушай, ну реально ломается. А, да? Да, да, действительно. А, стоп, все, у меня снизу уже все сломали. А, и все?
А мы тут это строили. Теперь нужно не нулифайер поставить. Подожди, а как у тебя штука заряжается твоя? Натягивается? Какая? Слушай, а у тебя тут есть, ну, почему-то у меня здесь нулфайер нарисован. Нету. Я там его вставил. Забаговал? Он взорвался. Я там его вставил. Жжж, вставил. Проверить. Все, изи. Ну, зачем? Мультиплеер немножко кривовато работает, но, в принципе, ладно. Уже тут все убрать еще. Какой изи. А, слушай, эта штука очень мало производит по итогу. А почему в стене тогда так много? Может, это стена производит? Не знаю. В теории она должна тогда прекратить. Ой, она растет. Ой. Она увеличивается. Хм. И когда она выплеснет... А, уже? Ну все. Все, она же закончится теперь, да? Правда? Она же кончится теперь? Точно? Блин, мортир имба так-то. Ой. Как-то этого не слышно. Да, чё, да. Распространяй, ставь шахты. О, да, реально прекратилось. Поломалось, да, просто? Стенка добрая, ну, видимо, кубы генерировали. Не в кубах генерировался, а в этой фигне. А, ну все, мы сейчас отбиваем все. Прикольный уровень. А жижа сколько? А жижа очень слабая, всего на два уровня. Но она, видимо, очень мощная, да? Раз ее хватает, чтобы просто сдерживать все это. Она просто такая незаметная, ну, да. Белая. Это вообще не видно. Я пошутил про цвет, про, на что она похожа по цвету. Ну не, она слишком... Да, в смысле? Она жиденькая? Да. Не, ну типа камень такой же становится, если полежит немного. Полежит? Да я не хочу хил об этом знать ничего вообще. Что за полежит, подожди. Не надо, заткнись. Ты имеешь в виду в баночке какой-нибудь? Ну да. Заткнитесь, опа. Вообще, я слегка не понимаю, почему он равносильно не растекается, а все время течет куда-то. Будешь волна. Буквально уже волна. Слизь. Не, в данном случае прям буквально волна, потому что. Слизь не вода. Она просто волну пустила, и волна бежит. Она в тырке не наступает. А слушай, она вообще даже не остается почему-то. Бар-эмиттер. Ну все, ГГВП, сейчас тотемы заряжаем и выходим. Да, кричайший уровень. В окно. И такая эпичная музыка заиграла. Я в кровать. Ко мне? Нет, не к тебе. Ага, почему? Потому что тебя раком опять болею. Ну, я не против заразиться от тебя. Я против. Заразиться от меня или от тебя? Или что? Или заразить да, меня? Да. Ада только таких генерических заболеваний не хватает для полного комплекта. У меня вообще было техническое. Ну нет, не генерическое, это так. Прелесть просто. Так просто соврал просто все. Да не говори. Да весь букет подарил своей девушке. Бля, а что это такое? Девушки. Нам пушку новую дадут сейчас, что ли, или что? Наверное, чем дадут. Девушки это переоцененные очень сильно. Согласен. О, нифига себе, наша штука, смотри, как бежит. А, слушай, она тоже как будто волной, да, распространяется спереди? Mm-hmm. Ну, слой там 0.1 этой штуки. Какие-то архивы. Prize mm-hmm. by the founders. Additional modules loaded. Че это такое? Что-то ничего не появилось. Из наших какие-то модули добавились, но что-то ничего не добавилось. Что-то камень недобросовестно распространяется. Недобросовестно, но в принципе он такой ядреный.
Мне не нравится эта вот пелена, которую наставляет. Не, реально шкаф какой-то. А раньше был розовый вроде, или какой-то другой, да точно не белый. Может, ты сверху заселишься? Блядь, что делать надо? Нужно захватить правую фигню. Реклейм, подожди, что значит реклейм? Правую фигню нужно высосать. Что такое реклейм? Это она есть? Да, да, я решил, что хотела. Здесь еще будут эти, противоракеты надо строить. Угу. А где? Вот это ракетница, да? А, он у них кулдаун. Нет, сколько, у нас ракетница. У нас ракетница построена. Да, 2 и на 4, 4... У нас 4 минуты, да? Или 4 секунды? Что-то я не понимаю. 4 минуты, да, наверное? Да, 4 минуты. За 4 минуты нам нужно построить этот. Ну, я в факторе ставлю. Быстренько. Если только паузу нажмешь, брат. Почему ты не застраиваешься? Этот... Застраиваюсь по мере необходимости. Да, старки нахерищи. Я не скажу, через пару блютов переназначу ферм. Чтобы делать кам на всякий случай. Я сам переназначу. А уже? Ты переназначу. Подождишь, у меня ничего не поменялось. Ну, голубенькие они теперь. А сейчас? Голубенькие. Сейчас. Голубенькие. А у меня зеленые все? Ага. Как это работает? А, мы что ли... Подожди, мы что, индивидуальные ресурсы добываем? А, наверное, слушай. Подожди, что? Как? Как это вообще работает? Это очень странно, здесь мультиплеер работает. Мы как-то вообще в разных мирах. Сейчас. Так, почему ракетница? Когда ракеты полетят, там ее, блин. Ой, там сколько минут осталось? Минуты. Сколько осталось? Слушай, может, там больше ракет поставить? Там вроде одна сбивает штуки 4. Правильно помню. Попробуй себя на всякий случай поставить. А вообще добавить твои ресурсы? Да, это твои ресурсы ССО. Как-то, но у нас получается разные ресурсы. Именно ресурсы. У нас энергия общая, а ресурсы разные. Странно. У тебя сейчас сколько на заводе ресурсов? В синих и красных. 3-3. А у меня 50-50. А, пацаны, чё? Заводишь? Ты доход имеешь в виду или заход что? Заход у нас индивидуальный, конечно. Ну и ресурсы индивидуальные в заводе, имею в виду. Угу. Сосутся. Сколько у этой штуки зарядов? А, 8. Слушай, не, она всё собьёт почти. Надо такие две штуки, я думаю, хватит. Чё за звук? А, и эти полетели. Ой, что? Прикольно, вау, вау. Очень надеюсь, что ракетница справится. Как красиво выглядит по этим линиям. Это тоже линии есть? Угу. Прикольно. Ракетница? Все-таки в 3D красиво выглядит. Ракетница? Угу. Не справились. А где сколько ракетниц? Зачем я тебя послушал одна? А, я же считал, 2 надо. Ты сказал одна. Одна сбивает 8, а там их 6. А, ну 6, слушай. Должно быть. Блять, сука, послушался это. Хе-хе. Сука, блять. Ну я 2 построил нормально. А, нифига себе, на заводе он прям хранится. Антикрипер. А раньше не было вот этого, типа, факторию и что-то там ресурсы производит, что-то прям прикольненько стало. Блин, столько ресурсов было в заводе, блять, я ты ее сломал. Ну не я? Крипер? Ты. А турели вроде вообще мало урона наносит, да? Они, типа, высоту вообще не пробивают. Они только против единички справляются более-менее. Какой-нибудь. Нормально, блять, они справляются туда. Лучше тебя. Слушай, я отлично справляюсь с уничтожением твоих построек. Да, блять, что такое злой? Ты, тут что такое злой? Не ругайся. Взял эти, блять. Одну ракетницу хватит. Ты я не говорил, я сказал, 2 лучше поставь. Я не, ну, должно было, не, слушай, должно было хватить.
У них же... вот почему, слушай, вот почему не хватило, видишь? Они по тебе стреляют. Да, они по тебе больше стреляют, чем по мне. А, да? Да. Видишь, там не 6, там их 9, поэтому тебе не хватило одной ракетницы. Мне двух не хватает. Ой, слушай, А-а-а, значит фишка. Даже двух, наверное, маловато. Потому что у одной штуки хп больше. У одной штуки 2 хп. Две ракеты надо. Как это как Йолоновос в Фафе. Ну я, короче, сейчас обложусь ракетницей. Не, три вообще с головой. Не, пошел нахуй, 5 строя. О, Get Jinxed играл. Геншин? Опять? Get Jinxed. А, Get Jinxed. Геншин, да. У тебя появи прикольнее, кстати. Бай. Мне на больше нравится. А, стоп, ракетницу тоже можно перетаскивать? Думал, она стационарная. Вообще все можно перетаскивать. Кроме завода. Угу. Мы, кстати, завод полностью заполнен. Да, 360 максимум вроде. Больше не заполняется. Такой прикольно, мне очень нравится, как визуально это выглядит. Мне не нравится. Кто прям зал летит на меня. Сочненький. Я чувствую себя этим русским бобиком. Кем? Мотиком. А. Ам. Ой. Он в архите сразу. Подожди, где мы еще? Не волнуйся, моё обшивку. Нет, мой фактори! Нет! Мои шахты! Это же уродство. Подожди, а что, мне двух не хватило? А, ну, вот третий потом... есть, подожди, мне трех не хватило. Чё? Я потом опять построил. Просто... Ой, это что такое падает? Что сейчас попадало? Что-то упало. А что это падает, подожди? Ракета? А, слушай, я знаю, что это падает. Знаешь, что это? А? Это ракеты, которые не попали в снаряд вражеский. Они ещё промахиваются. Это понял. Охуенно, блин. Че, мы штурмовать будем? Что-то мы как-то очень грустно. Слушай, я почти дошел. Ой, а ты отобьешься? Ты отобьешься? А ракеты летят. Эти ракеты летят на тур. На тур. Он почти отбился. В смысле, почти я все отбил. Я был уверен, что ты не отобьешься. Я опять ракетец. Ну как-то они очень. Они очень. Их очень много что-то летело. Блин, тут холм, мне надо его занять как-то. Ай-яй-яй-яй, я энергию не провел. Ай-яй. Быстрей. Тихо. Энергию не провел. А, этот, блю, этот не переставил. Не-не-не, я пушку не провел энергию. Поставь, кстати, на майнерах блю. Не, по майнерам блю мне похер, зачем. А чем что блю дает? А, антикрипер, у нас нет только антикрипера вообще. Ой, сейчас мне хана. Ой, они тебя прилетели. Мне хана. Я, пожалуй, тоже 8 ракет построю. Ты же меня прикроешь, правда? Ну, хотя, плевать на самом деле, он ничего не сделает, наверное. Он же не ваншотнет тогда. А, да. Окей, проблема. Он же разливает. Иногда. Его не сбиваешь. Не, я понял, я просто имею в виду, когда он в башню попадает, что он делает. Он ничего не делает. Жужу разливает. Не, я имею в виду, он башню моментально его убивает. В ноль фильтр ставить. Хочу терраформер, очень сильно хочу терраформер. Терраформер. Ну, а серпес очень сильно уровень крипа убивает. Ну, а на сколько уровней ты не посчитал? По-моему, там что-то в районе 8 уровней прям. Да, почитай, может, на вики написано. Блин, какого хрена? Почему нельзя было просто в игру добавить, да, описание? Не описано. Это для любителей читать Википедии, видимо. Ну, это я. Ну, блин, что мешало? Я люблю читать... О! А, это щит?
А, прикольно, как он работает. Ты видишь, как он работает? Он жидкость выталкивает. Ага. Я думал, он просто это, оно... Воу-воу-воу-воу. Красиво. Вот. А здесь оно заблокирует что-то? Ну, теперь точно добью, наверное. Уже не больше их пулять начал? Что-то, мне кажется, даже ракет маловато. Ой. 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 Нет, моя фактурка! Ты уничтожишь мою фактурку. Он уничтожил мою фактурку. Добро пожаловать. Господин, на ракет, одну ракет схватит. Я думал, если их поставить ближе к фронту, то они заблокируют, но наоборот. Блин, прикольно, что теперь ты замораживаешь нуль фильтром, а не взрываешь, потому что теперь нужно нуль фильтр защищать все равно. Нуль фильтр он называется? Да, нуль фильтр. Не, нуль файер. Аннулятор. А файер как переводится? Это нулифай. Глагол. Обнулять. Аннулятор. Почему я нуль фильтр на себя называл? Я называю. Потому что я безграмотный. Да. Так, ладно, что я щит не захватываю? А, ну в соло, кстати, мортиры прям очень, очень слабые. Прям поддержка нужна. Нет, нормально. Не, нужна пушка, чтобы их держивать. Ну да-да. Так и норм. Прям пушек в том, что их... Вот у меня сейчас на холм надо наступать. И пушка вообще ничем, ну, ну, ничего не может это сделать. Надо на мортире освободить холм, и на холм потом согнать. А, надо базу перетаскивать, я думаю. Бля, что сделать надо? Да про... Ого. Бля, как нам это сделать? Он на мою базу летит. О, он в щит стреляет, что будет? А ну-ка. В теории, ну, я думаю, не должно пробить. Не, пробил. Да. Не, а он в щит умер. А, видишь, она... Ой, у меня патроны кончились, почему? Почему у меня патроны кончились? Ушли, а, уже тест, уже тест, чё? Чё, у меня патроны не поставляются тебе? Не знаю. В ракетнице, у меня в ракетницах патроны кончились всех. Не знаю. А, может, уже база в воздухе? Она села вообще? Вот. Здесь где база? Не, она села. Почему мне красная штука не поставляет? А! Потому что фактурка была сломана. Да, она только тебя идет. Ой, а ты это добьешь? Че? Там что-то прям в тебя очень много летит. Прям буквально все в тебя летит. Посрать. Думаешь? Не, ракете бесконечное количество какое-то. Нормально. И что за физика в биологии? Ваня. В ходе проведения работы по определению численности берез в березняке было установлено, что на 100 квадратных метров его площади в среднем стоит 250 деревьев. Сколько происходит? Будет деревьев? А? Почему эта штука заряжаться началась? Ну, сейчас заряжалась, игру заряжалась. Почему сейчас она нормально начала заряжаться? Не знаю. Что изменилось? Мне страшно, что он сейчас сделает. А нам и выигрыш он пройти. Либо наоборот, нам нельзя дойти и задеть. Не понял. Ой. Ну все? А, ну можем закончить и можем прыгнуть. Ну я нет, думаю, мы... смысла нет забивать. Или ты хочешь? Ну все, здесь все надо зачистить, Не. Я пока это решаю. То есть я этого делать не буду, ты чисти, да? Спасибо. Да. Так, развлекайся.
А, да, один нулифайер может заморозить сразу все. Удобно. У меня боеприпасов нет на поле боя. А чем они ставят? Они ставят аргом. У меня куча красной штуки. Почему на поле боя его нет? А, потому что они уже его истратили, я понял. Так, ноль фильтр зарядился. Зарядился, это все хорошо. Все, я кончил. Чаще. Мы, кстати, так-то довольно быстро проходим. Я там вижу чел, который проходил этот уровень 2.5 часа. А, он ебал все. Я пойду туда поел. А чё? Ну ладно. Это тоже? Ну ты-то ешь полгода. Ну, да. ББ. ББ.